Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня мы подготовили для вас подробный видео-мастер-класс по вязанию V-образной горловины, то есть у нас декоративное убавление петель. Если представить, что это у нас идет V-образная горловина, это середина. Вот таким образом, если вы вяжете снизу вверх, аккуратно красивый край. Он идет ажурный в дырочку. Можно использовать такой край при вязании любого изделия. Лицевая сторона и изнаночная сторона можно использовать при вязании проймы. Подойдет для летних и весенних изделий. Можно использовать обыкновенную лицевую гладь. И у нас красивая идет обработка края. Вязали из пряжи Lana Grossa Cool Wool Pig. Это 100% мериносовая шерсть. Здесь в 50 граммах 120 метров. Производитель Италия. Цвет номер 1002. На сайте у нас представлена полностью вся цветовая палитра. Можно перейти по ссылке, которая внизу в описании под этим видео, и оформить заказ. Давайте приступим. Покажу еще один раз край. Вяжется он очень просто. Я уже подготовила заранее петли. Провязала несколько рядов поточной вязки. Давайте приступим. Так, покажу вам. Смотрите, перед нашими убавлениями у нас будет две петли. Одна кромочная и одна лицевая петля. Вы можете сделать больше здесь петель и далее делать убавление. У меня так, одна кромочная, одна лицевая, и далее делаем убавление. Сейчас покажу. Кромочную петлю снимаем, как и говорила, одна лицевая петля есть. И теперь делаем убавление. Из трех петель за переднюю стенку нам нужно провязать одну лицевую петлю. Есть. Повторяю, у нас кромочная, одна лицевая и три петли нам нужно провязать с наклоном вправо, одной лицевой. Делаем накид и все. И далее вяжем лицевые петли. Возможно, у вас будет рисунок. У меня это лицевая гладь. И нам нужно оставить 5 петель, не довязывая до конца. 2, 4, 5. То есть еще одну петлю нам нужно провязать. Есть. И теперь делаем второй край убавления. Нам нужно сначала сделать накид. Есть. Теперь 3 петли нам нужно провязать с наклоном влево. Три петли переснимаем, нам нужно их развернуть и провязать за задние стенки 3 одной лицевой. Есть. Все. Три петли одной лицевой с наклоном влево. И у нас осталась одна петля лицевая и одна петля кромочная. Это был лицевой ряд. Теперь переходим к вязанию изнаночного ряда. Кромочную петлю снимаем и провязываем все петли до конца ряда изнаночными. Абсолютно все петли. Накид провязываем так, чтобы у нас получилась дырочка. Ажурный край получается. И до конца ряда все петли изнаночные. В конце петля будет кромочная, кромочную провязываем изнаночной петлей. И я с вами еще один раз провяжу лицевой и изнаночный ряд. Давайте посмотрим, что получилось. Вот у нас тут убавление и вот такие дырочки. Еще раз попробуем лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Одна петля идет лицевая. Далее 3 петли нам нужно провязать за передние стенки одной лицевой. С наклоном вправо. Есть. Поправили. Теперь делаем накид. Далее вяжем лицевые петли. При этом оставляем 5 петель не провязанных. 2, 4, 5. Есть. Делаем накид. 3 петли нам нужно развернуть и провязать за задние стенки 3 петли одной лицевой. 1, 2, 3. Есть. И одна петля лицевая. В конце петля кромочная. Посмотрите, какой красивый у нас получается край. Теперь переходим к изнаночному ряду. Вместе провяжем изнаночный ряд
И далее вы уже можете самостоятельно попробовать связать два ряда. Хорошо будет смотреться в летних изделиях, весенне-летних. Так, провязали. В конце кромочная, провязываем изнаночной. Все, давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы провязали с вами 4 ряда. Посмотрите, как красиво получается. Далее можно самостоятельно. У вас получится красивая V-образная горловина. Спасибо, что были сегодня с нами. Напоминаю, что вязали из пряжи Лана Гросса Коулвул Биг 100% мериносовая шерсть. Посмотреть полностью всю цветовую палитру можно на нашем сайте. Оставляю все активные ссылки внизу в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ставьте колокольчик. В этом случае вам будут приходить уведомления о новых выпусках. До свидания!